Роковая рыбалка. Несколько несчастных случаев заставили работать спасателей в усиленном режиме. Уже несколько дней они не могут найти 4 рыбаков, которые ушли на рыбалку и не вернулись. Пляжный сезон закончился, казалось бы, и работы для спасателей стало меньше. Однако несчастные случаи на Карагандинских водохранилищах заставили спасательные службы работать в усиленном режиме. Пропали 4 рыбака. Поисковые операции на воде работники водоспасательной станции проводят днем и ночью. Однако все безрезультатно. Точного местонахождения рыбаков неизвестно. Карагандинской водоспасательной службой только за ноябрь месяц было сделано 20 выездов. Все эти выезда были для ликвидации последствий. То есть мы проводили поисковые работы, проводили поисково-спасательные работы, даже были погружения за рыбаками. Но пока, сами понимаете, Балхаш, акватория большая, точного места неизвестно. Поэтому большой объем работы и до сих пор делается и при помощи сил и средств водно-спасательной службы, и при помощи родственников, которые помогают. Поиски пока результатов не дали. Во избежание подобных несчастных случаев спасатели предупреждают рыбаков и школьников, что до 1 декабря выход на лед категорически запрещен. Спасатели вдоль озера уже поставили соответствующие запретительные знаки. Таблички будут сняты после того, как толщина льда достигнет хотя бы 25 сантиметров. Не только к рыбакам, ко всему населению. Соблюдайте правила поведения на воде, льду. Уходя куда-либо на рыбалку, это особенно к рыбакам, оставляйте свои данные, не только чтобы родственники знали, оставляйте в службах данные, в каком месте вы будете, чем вы будете заниматься, чтобы мы все время знали. И все время пользуйтесь спасательным инвентарем, то есть хотя бы как минимум, чтобы у всех были жилеты. Аныш Алкарбеков, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский.